Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей. И жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 27 марта, день Венедикта. В этот день православная церковь отмечает память преподобного Венедикта Нурсийского. Именно он стал родоначальником западного монашеского движения и написал устав. Был строгим подвижником, отличался особой святостью, творил чудеса. В народе этот день называют еще и Федотом-скотником, потому что у животных начиналась сезонная линька. Скотину выводили во двор на весенний воздух, чистили, заговаривали от лихого глаза и от болезней. В народе этот день прозвали Федор-скотник. Приводили в порядок помещение, где содержалась скотина. Заодно проводили самые разные обряды, которые позволяли сохранить здоровье домашних животных. Так скотине на шею сегодня вешали обереги, которые защищают от сглаза и порчи. И приговаривали: Федота в день не ленись, скотинке поклонись. Раньше на Руси никогда не говорили домашние животные, всегда только скотина, за которой надо было ходить и внимательно присматривать. Оттого и говорили: скотинку водить, не разиня рот ходить. Самой полезной для хозяйства была корова. Корова во дворе, харч на столе. Приметы. Снег быстро тает, и на улице заметен туман к ненастному лету. Сегодня нельзя точить ножи, охотиться и колоть дрова. Это к беде. Если сегодня морозный день, холода неделю простоят. И если прогремел гром на Федора скотника, лето будет урожайным и теплым. Нет разлива, лето будет засушливым и жарким. Нельзя сегодня смотреть в зеркало до захода солнца, к беде. А пожилым людям и после захода. Это может привести к скорой смерти. Поэтому зеркала сегодня завешивают тканью. Мусик. 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 Листик надо помыть. Мусик. 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 Садись. Хвост надо хорошенько. Мурзик, не надо корябаться. Мурзик, все. Полосну. Ну ладно, хватит на пока, да? Ну-ка, давай-ка сейчас стой. Молодец, молодец. Хорошо. Хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Хвостик там. Вот, умничка. Вот, умничка. Молодец. Давай, хвостик. Хвостик, все. Вот так, так, все. Вот, все, все. Хвостик. Подожди. Вот так, все.
Ну, смотри, какая вода. Тоже мне чудовище морское. Мусик, свинья. Нет. Мусик, ты свинья? Посмотрите на эту свинью, которого купали, которого утром купали. Это что за свинья такая? А? Это что за свинья такая? Где ты была?